Не, он не регенец. Нет, нет, он не регенец. Нормально все. Ну, дело в том, что если я начну... Можно начать босс сначала, но я сольюсь один в один так же. То есть, если вы думаете, что там, не знаю, спасет два... Он ваншотает почти каждой атакой. Он там на пол столба бьет. То есть, у него атаки, они пробивают на пол столба. Вот это вот АОЕ, там, не знаю, все что угодно. Поэтому тут, ну, особой разницы нет. Поэтому надо просто убивать как есть. Было пара траев, когда почти убили. Почти прямо убили. Но чего-то не хватило. Не хватило фокус. У меня как заканчивается мана, начинается какая-то паника. Я почему-то думаю, что дамага не хватит. Там, не знаю, начинаю что-то вперед-назад двигаться. А надо продолжать просто делать то, что делаешь. И все. Ну, как заканчивается мана, это однозначно, что дамага становится меньше, намного меньше, просто в разы. Ой, ёп, просто очержит дом. Надо же так вообще не доконтролить. Ладно, ребят, давайте помолчим, я по траю посижу. Там миллиметр не вышел из зоны, и все, ребят. До свиданжа. Да. Финальный босс уже мертв. Это босс DLC. Финальный босс умер, не знаю, минуты за две, наверное. Кстати, под синей магией по нему больше проходит дамага. Светлый. Адский демон. Светлая магия его сильнее дамажит. По 120. Но светлой магии нет. Я уж пытался даже ее фармить. Но профита... Нету из-за того, что идет время, я, не знаю, ошибаюсь и все. То есть время здесь работает сильно против меня. А так много, и можно ошибиться. Хотя, в принципе, я, ну, нормально читаю его, но все равно.
на текущем уровне траев, не знаю. Кто бы угодно уже нормально читал. Просто определенный элемент все-таки присутствует какого-то. Я не хочу сказать о рандоме, потому что, в принципе, он не рандомный. Он ничего такого не делает. Он просто совмещает определенные атаки вместе. Комбинирует. Я вот не люблю, когда говорят про рандом, да, вот бабах. Вот. Не стоило делать даблджамп, да. Ну, да надо убивать, да я думаю, получится. Хорошие траи были. Я бы не сидел, если бы прям все было плохо. Если бы я видел, что не могу убить, я бы пошел уже давно, не знаю, отдыхать. Я вижу, что могу убить, поэтому сижу. Потому что я же не псих. Я обычно, ребят, начинающий скромный фан-стример, который пытается убить босса. Это все. Я кручу в другую сторону, что за бред. Уходим, уходим, у нас жесть какая-то вообще. Тварь опять в углу зажал. Да что ж ты делаешь-то? Причем машет в другую сторону, поворачивается в это в последний момент. Ну, тут прям разработчики молодцы. Прям. Скрипты от бога написаны. Вот у этого босса скрипты прям вообще молодцы. Настолько злобные. Всего-то, да, вот правильное вхождение в мили рейндж. Подумать только, как это сложно. Ну, реально сложно здесь. Вот, кажется, что вот он ты и попал. А нет. Ну что ты запарил уже своими ракетами? Давай что-нибудь другое придумаем. Давай булаву кидай. Я вообще ману не раз, я ему не дамажу, нисколько он не снял еще. Ну хотя бы сейчас с другой стороны к ракетам подходит. Хоть и в этом профит какой-то. Я смотрю даже не на шкалу босса, я смотрю на количество маны оставшейся, потому что... Шкала босса, она сильно демотивирует вообще, просто очень сильно. Шкала ХП босса, она просто не заканчивается. А вот количество маны кончается. И когда заканчивается мана, значит, в общем-то, по боссу был нанесен какой-то дамаг. Какой-то ущерб есть. Вот, твою ж ты ж. Он же тебя предупреждал перед ним, что... Нет, то самое, пока не удалось мне поспать. Ну, спать особо не хочется, ребят, на работу завтра, поэтому надо режим устанавливать. Если сейчас пойду спать, я просплю до вечера, опять проснусь, не буду как бы, да, спать ночью. Это очень плохо. Завтра на работе надо иметь свежую голову, потому что придется в понедельник решать какие-то сложные проблемы 100%. Вот, поэтому я лучше... Твою ж ты ж... Да что ж ты делаешь, уродец? Ножики? Не, ножики не работают. Я могу показать, что работает на боссе. Вот смотрите, заходим в чартерс, нажимаем бестиарий, монстры. Так, опускаемся в самое, на самое днище. Forgotten One. Вот смотрите, видите, что работает? Щиток, это значит, не работает. Вот уязвимости нет у босса, то есть не работает ничего.
Размер большой, сложность высокая. Вот единственное, что написано. Так, ладно, сейчас подойду. Что-то коты разорались, проснулись уже. Надо покормить.
Да, Олег, привет. Нет, друзья, там не с этим самым, не с портом беда. Там просто беда в том, что игра не поддерживает, видимо, Direct Input контроллер ваш конкретно. Просто нужно поставить либо эмулятор от Xbox-овского пада, либо, соответственно, ну, приобрести Xbox-овский пад. Ну, как вариант. Потому что я проверял, работает отлично. Порт на ПК, он на самом деле даже лучше, чем консольная версия. Там 60 FPS, сглаживание. 11 DirectX, тесселяция, Ambient Collision. Все вообще, полный фарш. Единственное нарекание вызывает, пожалуй, только некоторые пререндер, это самые, как у ролики, которые они не удосужились заново переделать. Ну, это и понятно, как игра стоит 450 рублей и вышла 3 года назад. Но пока ее портировали, я думаю, адекватная команда. Нет, то есть порт годный. Единственное, что ну, на клавиатуре с мышкой я не знаю, насколько он будет играбелен. Вот. На контроллере точно играбелен. Я посмотрел уже. Работает нормально. Так, вот я опять буфнулся. Нет, что-то тут не то. Есть эмулятор, да. Я, к сожалению, как бы не знаю, но ребята в чате писали, что эмулятор есть, настроили, работает. Там, как, много людей писало про это. Пептарфан. Дело все в том, что как бы когда ты управляешь на клавиатуре, у тебя управление дискретное, то есть либо 0, либо единичка. На джойстике все-таки управление, оно как бы аналоговое. То есть ты можешь там, не знаю, дать пол газа, да, в гонках, например, в гоночных симуляторах. Ну и также в слэшерах ты можешь медленно бежать, ну, то есть медленно идти, либо быстро бежать. Поэтому управление, оно как бы, ну, на аналоге проще играть сложно, чем на клавиатуре, потому что там все-таки дискрет. Там нет такого, что есть половинчатый ход. Господи, что такое вообще? Поэтому просто подключайте джойстик, играйте, никаких проблем. Ну а мышка не работает из-за того, что камера в игре управляется не мышкой, то есть она не стиком управляется, она управляется самой игрой. Это нормально. Так, так же, как в God of War, так же, как в Словане. Это же не Ninja Gaiden, где камера управляет игрок. Есть слэшеры, где камера управляет игрок. Например, Ninja Gaiden. Но там как бы камера на... Ой, господи, очень специфическая. Ребята, много говорю, мало делаю. Игра будет 27-го. По поводу пиратских каких-то версий я не в курсе. В Стиме демку можно скачать, посмотреть. Демка годная. Ну, как по графике прям сильно лучше, чем консольная версия, ну, с той лишь разницей, что есть сглаживание, Ambient Occlusion, тесселяция. Ну, все, что умеет современная видеокарта, она умеет. К тому же аддоны покупать не надо. Да что ж ты происходит-то все?
Аддона покупать не надо, все уже в комплекте идет. Потому что на консоль при прочих равных еще аддон нужен. Ну, конкретно, чтобы вот этого босса убивать, да? И до этого там еще один уровень с прикольными загадками есть. Ну, там надо его, типа, печати открыть. Портал на его план там и так далее. Там он с Лаурой бегает. С девочкой вампиршей. И, собственно, там тоже важная сюжетная часть заложена в этом, в аддоне. Поэтому, ну, как бы аддон посмотреть интересно. Потому что после эпилога возникает ощущение какой-то неоконченности. Вот аддон, он как бы заканчивает игру полностью. Кувыркаюсь на мисло, я не понимаю. Ну, конечно, понятно, что он их кидает в то место, где я нахожусь, но все равно, что-то прям вот делаю курок, прям на нее попадаю. На паладине могу сказать единственное, что босс очень толстый. Просто очень. Я вот не думал, что будут такие проблемы. Прям вот. Потому что все остальное просто развалилось. Но я думал, я сэкономлю магию красную. Соответственно, под ней он будет нормально продамаживаться. Не тут-то было. Просто не тут-то было. Ну, как бы профит от того, что сохранили, конечно, есть. Потому что не, если не сохранили, там, я не знаю, там надо было бы уровень сначала начать, конечно. Не ушел, он был, конечно, раньше ходил. Ой.
кажется, ничего сложного. Как так? Опять я Брук убился. Хорус, да платин нафармили уже. Не в этом дело. Она редкая, как бы рэр. Вот, не особо прям так, прям мега пафос. Ну, рэр ачивка. Но она уже есть, платина уже есть. Вот осталось две последние. На паладине. Платина тоже нафармил. Да сейчас это... Просто я уже сижу, да, хочу убить ее. К стороне его. Просто у меня с этим боссом какие-то странные взаимоотношения. С одной стороны, крутая, крутой энкаунтер, но почему-то постоянно какие-то проблемы дурацкие. Вот конкретно на этой фазе. Все остальные фазы, причем даже на триал прошли сегодня там. 100 арбов на фарме. Это ночью было. Там фаза была, триал, там надо было нафармить 100 орбов. Дело все в том, что он на других фазах ванильный, потому что он отдыхает. Он стоит и кричит, злится. И вот в этот момент его можно очень хорошо дамажить, когда он злится. Вот сейчас он не злится, он перестал злиться, когда у него там уже шлем повредил. Злиться он перестал. И вот это вот огромный минус. Что он перестал злиться. Он 100% времени занимается тем, что дамажит. То есть он больше не кричит. Жесть, да. Я даже не заметил. Я... Камера только развернулась, и он сразу мислу кинул. Я не видел, что он делал. В лосе был босс, не видно было. Такие моменты вот больше всего печалит, когда вайпнулся вроде сам дурак виноват, но, тем не менее, вроде как и камера не докрутила. При условии того, что ты камерой не управляешь. Поэтому, ну, есть тут вариант неприятных рандомов. Хотя я еще раз повторюсь, я не люблю слово рандом, потому что вот в Вове, например, все списывали на рандомность боссов. Вот инфу нет там рандомных боссов. Там есть кривые руки, да. Ребята, а скелетов-то все равно убивать придется. И я там потерплю по ХП. Там можно, ну, с учетом того, что я уже, ну, весьма не свеж, да? То есть, ну, если говорить уж так честно. Сижу-то я уже давно. Вот, я не уверен, что я лучше пройду фазы. То есть, вот, реально не уверен. То есть, можно как бы сейчас пойти отдыхать там и вечером убить, например. Вот, ну, тогда если убивать вечером, имеет смысл переиграть, но... Не знаю, я еще посижу по траю, потому что субъективно убить могу, объективно не знаю. Вот сейчас уже не знаю, потому что, ну, чувствую, что реакция снизилась, конечно. В 4 утра было полегче, как. Хотя во сколько я к нему... Не, я к нему подошел часов... Конкретно на этой фазе где-то часов... В 10, да, где-то часов в 10 могу. Ну, то есть часа 2 уже сидим. Поэтому сейчас бы я со скелетами, конечно, драться не стал, наверное. Да и со скелетами, и со всем остальным тоже там фазы непростые. Там еще камни толкать эти, бегать по кругу там. Ну, в общем, да, вот, ребят, там есть, где можно гуфнуться и потратить ману. Поэтому либо убивать, либо как бы идти слакать.
что-то не докручиваю немножко. Ой. Твою-то неловко. Что это было вообще? Как я выжил? Как бы у босса нет энрейджа. Да, Саш, пожалуйста. Когда таунт у танков промахивается. Ну, хита мало, чем можно сказать. Танк должен не только деф собирать, но и хит. Тот же Санвел, когда фармили. Не знаю. Я на хит одевался. Потому что там как бы такие боссы, что... Нет, не БВЛ, где там, не знаю, но ни фари, ни танк, ни дроалагра. Сколько? 3 минуты стоял агрил его. Потом, значит, когда класс колуваровский там... Осторожно, маните, в берсерке не дамажьте. Вот, то есть, ну... Это бред. Нет, ну как бы... Если таунт миссает, значит, хита мало, надо хит набирать. Я не знаю, как там сейчас у танка. Потому что сейчас там что-то, по-моему, все вообще как-то... Иначе стало. Я последний раз когда играл? В катаклизме еще. Но, тем не менее, миссил. Механику таунта изменили в БК полностью. В классике механика таунта другая была совсем. Он просто на время переключал агро. И вар должен быть сам, был сам забирать. А в БК сделали как? Не помню, в каком конкретно патче. Когда какая-то топ-гильдия, то ли Нихилом, то ли еще кто-то вайпался на этим самым, как его зовут-то? В ТК босс первый, Феникс. Вот там была проблема в том, что у танков не хватало агро на него, потому что они его кайтили постоянно. Механику изменили. Сделали так, что танк получает агро первого в агролисте. В Омен смотришь, там танк сразу возрастал... Сразу первый по агро становился. Плюс 100% агро. Поэтому, как бы, ну, не надо сравнивать. Там разные вещи абсолютно. И после этого, кстати, таун стал очень полезен. Да, Алар, то самое, правильно сказал. После этого появились танки, которые стали танковать только таунт. Происходит.
Так-то надо было в сторону отходить. Что за ерунда-то? Зачем я назад катился? В сторону надо было. Хотя он бьет там практически моментально, на самом деле. Ну, да, шутка. Какой же он жирный, просто вот субъективно бой очень затянут по времени, прям вообще очень. Мне говорили, что на паладине как бы сложно, но не думал, что настолько. Он прям реально очень жирный. Кажется, господи, сам туда. Так, что-то уже, короче, агония какая-то начинается. Куда-то в сторону летел вообще. Убрали, по-моему, шанс мисс после того, как это... опять же, в Ульдуаре там прецедент был насчет этих. Когда танки одевались на, там, собственно говоря, что-то почти кап хита, насколько я помню, и танковали, ну, этих, Йоксарона. Вот там была жесть, да, там... Самого там таунт не раз реально миссал. Просто многие, короче, на самом деле путали мисс и иммун. Диминишинку таунты как бы никто не отменял и не отменит никогда. Хотя не знаю, если сейчас, может быть, его изменили. Там были нубы, которые кидали, я не знаю, таунты на своего моба. Это вообще была жесть. На какой-нибудь из фастом, на последний, например, когда там остается уже просто копейки хп у босса и копейки хп у рейда. Кидается тут таунт на того моба и все, и привет. Это вайп. Это, да, вот это была такая тема, приятная очень. Ну вот да, вот это вот я согласен, прям жесть была. Поднимается, но очень медленно. Я говорю, босс очень толстый. КП отнимается только, когда я бью его в голову. Бью его в голову, наверное, процентов 30 от общего числа ударов, которые я ему наношу. Остальные части босса дамажить нельзя. Ну как дамажить можно, но профит 0. Он все мои части может дамажить. Мы можем дамагать ему только голову. Я советую к тем, кто смотрит на хп босс, просто не смотреть на него. Я смотрю только на мана бар на мой. Потому что, ну, хп босс бесполезно смотреть, они практически на месте стоят. Они изменяются только там вот через... Когда у меня практически подходит мана к концу. Там вот видно, что реально их стало меньше. Когда я вкладываю прям фулл дамаг в него. Ну, поэтому хп босса сильно демотивирует здесь. Вот красненькие цифры вылетают. Это дамаг. По боссу. 45, 45, 60. 150. То есть 150 дамаги ему нашел.
надо уходить из этого угла, потому что беспрофитно стоять в углу абсолютно. Рано или поздно меня настигнет в этом углу. Все, фокус гейм. Твою-то. Думал, булава будет. Думал, ли реально булава будет. Он меч сделал. Ой, отличный босс. Ладно, продолжаем. Давайте поговорим еще например. Смотрим на полоску маны пока. Я скажу, когда надо начинать волноваться. Ну, это, блин, короче, я неправильно вышел из рейнджа, да. Я на самом деле был в рейнже и неправильно из него вышел. Вот и вся фигня, которая произошла. Ну, обидно, да, но не более. Все будет хорошо, да, сейчас убьем. Вот интересно, сколько трай в среднем идет? Сколько я ману свою спускаю? Просто, к сожалению, ко времени очень сложно привязать, когда сам играешь. Ну, минут 5, наверное, да, я убью. Потому что кажется, что минут 10, наверное, если честно. Ну да, там ошибка была, нельзя было подходить. Да, Лин, доброе утро. На самом деле я там наглеть начал. Я реально начал наглеть на той попытке. Я, во-первых, начал бить его, ну, больше, чем обычно, честно говоря. Потому что уже думал, все, сейчас, сейчас прям. Стал наглеть с даблджампами, там вот прям откровенно наглеть. Я думал, он меня раньше убьет. Просто есть определенный, ну, как бы... окно дамага, когда он мне ничего не может сделать. Если, например... Вот сейчас я тоже наглею, видите, я делаю 4 удара вместо 3. Это на самом деле очень опасно.
он покарал жестко, да, потому что... Но опять вот, вот опять та же самая фигня. Потому что около края нельзя его держать. Вот. Нельзя держать около края, надо всегда стараться выводить его на серединку. Около края всегда вот может быть вот эта дурацкая проблема с этими мечами, что просто не хватит ранжа отойти. Там на самом деле все видно, когда он их делает. Вот просто видно. Видно причем хорошо. Страшная атака еще свинку, этот мили-свинк у него. Реально стрёмная прям. То есть она может достать очень хорошо. Очень далеко может достать. Сейчас вот невыгодно было подходить. Вообще невыгодно. Но он тоже не дурак. Он видит, что я далеко, думает. Так, в паейку я ему меслу. Вот. Потом, значит... Кидает цеп, понимает, что нет. Не, скрипты прям вообще тут прям вот, вот прям очень четко сделаны. То есть он палит рейндж, он палит где ты. Ну, не больше двух сейчас надо было сделать. Да, все правильно. Четыре это как бы, ну... Это трэш. Просто до свидания. Еще очень неприятно бывает, когда он после чарджа делает этот самый, как его, прыжок. Реально неприятный момент может случиться. Ой, вот это вот очень плохо. Да, вот он после чаржа, камера повернулась, я увидел, но не увидел, куда кувыркаться. Вот это вот тоже. Когда он после чаржа делает меслу. Ладно, продолжаем. Сейчас хороший трай тоже был, всю ману почти слил, там уже хп у него очень мало было. Ну там, не знаю. Нет, трай хороший. Сейчас вот прям что-то прям второе дыхание открылось. До этого прямо грусть-печаль была. Один, мало. А сейчас обнаглел, 4 сделал. Ну, в принципе, правомерно обнаглел, потому что он как бы заслоупочил, а я рано подпрыгнул. Сейчас тоже можно попробовать сделать. Нет, 3. Четвертый там в молоко ушел, короче, да. Четвертый ушел в молоко, поэтому вот, он, вот я не люблю, когда он после джампа так делает. Там вроде как ходишь.
Я хотел поэкономить просто красную ману, думаю, потом всажу ему, когда на каком-нибудь из этом... На какой-нибудь... На какой-нибудь, короче. Так, друзья, у меня есть одна идея. Давайте-ка попробуем. Может, придумать. О, не, вообще он даже не подлетает, что ли, так? Интересно, а вот другой тип атаки, какой-нибудь там этот ураган, что ли, попробовать? Ну-ка. На 30, да нет, 30 мало. 30 мало. Вот 60. 60 это нормально. 30 это очень мало. Это мало, это долго. Не, ну тут как бы не пойдет, конечно. Такой расклад не пойдет. Мухолов, привет. Да не, пока нормально. Сколько еще времени? Так. Может, попробовать отхилиться в самом деле. Пережил удар. Not bad. То есть хил, в принципе, профите. Но там по 120 он дамагает. Блин, на самом деле синяя магия, она хорошо дамагает. Вот иной раз задумываешься. Может быть, действительно нафармить синей магии на нем же, например. В принципе, живем. В принципе, живем, если что. По 9 хилит. Да ёпарасте, ну не дал взять вообще. Но Гебриэлу, чтобы взять орбы, надо остановиться. Надо остановиться и постоять, потупить чуть-чуть. Вот он на этом моменте ловит. Там буквально какая-то доля секунды. Ну ёпарасте, но этого хватает. Надо попробовать через хил, да. Потому что как бы может его просто пережить. Как бы с красной магией там очень много рандома какого-то дурного. Давайте попробуем от синей магии поиграть через. Он тоже не дурак, он не дает брать арбы вообще. Ну вот
Вот, вот. Вот. Ну, на таком моменте опасно дамагать, конечно. Там вообще не рекомендуется дамажить, когда он одним мечом бьет. Так, нет. Ну, я не успею же. Ох, там хорошо было, блин, ну пожадничал. Там аж целых 6 арбов было. Вот, вот я... Дно. Зачем надо было жадничать-то? Уходи, уходи, Гебрил, уходи. Соберешь. Потом. Никуда не попал вообще. Ну, оно и понятно. Там надо было дабл-джамп делать, а я сделал обычный. Да, там есть свои тонкости. А чё, меня чарджем убил? Вообще обалдел, что ли? Зал чарджем меня сбрил. Так, все. Уходим, уходим. Не надо. Собраться с мыслями, собрать магию. Подхилиться. Бац. Бац. Еще одну давай. Выжил, конечно. Блин, уйти даблджампом, это, конечно, бред. Это вообще ни о чем. Потому что, когда он юзает крылья Серафима под белой магией, это атака, которая тратит белую магию. Поэтому ее как бы юзать вообще беспрофильно. Там вот... Надо быть очень аккуратным. Там есть специальная, специальный вариант атаки, который юзает белую магию под крыльями. Но, тем не менее, дамагана не наносит. Он просто чуть выше прыгает. И это неправильно, типа. Ее юзать вообще не надо. Что я делаю? Спокойно. Ждем блогу. Коли она будет вообще. Да, блога есть. Феноменальный хил, на плюс 6. Опять же, все эти попытки отхилиться — это затягивание. Надо было джамп сделать вперед, да. Сложность как бы самая последняя, пол один. Доступный на втором прохождении.
для тех, кто только сейчас вообще на СК2 спросили. Да, сложность идет последняя. Сейчас хорошо, вот надо вложить эти арбы именно в ХП. Там еще арбы есть. На самом деле повезло, что он сейчас использует раньше атаку, но с другой стороны не повезло, что он... Ой, ё-моё, ё-моё, уходим. Там еще есть орбики. Твою-то. Неловко. Опять он за свое. Круговой свинка, вообще жесть. Вот надо попробовать хоть раз, хотя бы раз его спарировать попробовать, вот этот удар. Хотя его сложно предсказать. У него в миле столько ударов, что конкретно ждать этого, это, ну, как бы проблематично. А может быть какой угодно удар фактически. Не успел забрать что-то, не успел. На самом деле, гильотин троу подходит хорошо для набивки фокуса. Больше он, в принципе, для чего не нужен, потому что дамажит он слабо. Обычная атака дамажит сильнее. Пережили, да, пережили сейчас удар Мейсы, то есть не умерли. Что-то, ну, короче, вообще не знаю, что делать. Жуть. Жуть, трэш.
Офигеть. Две таких атаки. Ну, поэтому я и говорю, это ХП, оно как бы создает видимую иллюзию того, что, в общем-то, у вас есть право на ошибку. На самом деле, права на ошибку здесь нет. Попал на одну атаку, и тут же попал на другую. Казалось бы, если бы не собирал эти долбанные орбы, не старался их прям так вот прям собирать в приоритете, возможно бы и не совершил этой ошибки, просто бы ушел от атаки. Потому что, ну тут время все, практически нет на сбор. Либо на сбор, либо на атаку, либо на уход от атаки. Несерьезно просто, да, было сейчас только что. Да, только так. Дабл джамп, поехали. Уходим, все. Ну, давай. Там один орб, ну, не знаю, это один орб, как мертвый припарк просто. Хотя нет, это 8 хп. 8 хп это серьезное количество хп. Можно пережить стомп, например. Я бы не хилку эту устраиваю вообще. Ношусь, пытаюсь арбы собирать. Не дамажу босса, а собираю арбы, блин. Не, ну тут как бы либо кататься, либо шашечки, ребят. Я не знаю, что как. Вроде как иллюзия того, что дамаг переживаем, хотя бы 1-2 удара есть. Но у босса как бы на все свое мнение. Ой, 8 и рукой. 8 отхилил и на 100 ударил, наверное. Ладно, короче, ну его нафиг. Будем делать нашу старую тему с темной магией. Она есть, как бы есть. Если потом, когда она кончится, там будет возможность заняться фармом нейтральной магии на свет, то давайте так и делать. Да нет, ну, конечно, после чаржа Мейса это зло. Чадо, я постараюсь учесть твои пожелания. Че это был за свинг такой? Посередине. Посередине, реально свинг был посередине, короче, вообще огонь. Чё это? Я такой первый раз вижу. Или я уже ослеп? Он реально зеленым ударом ударил посерединке. То есть не снизу вверх, да, как бы просто. Наглею, поплачусь, если она лезет. Да, вот, собственно, как так? Под спринтом был жить. Может, там край, потому что... Блин, точно был под спринтом. Я почти 100% времени под спринтом бегаю. Да не, ну это понятно.
тут ясно, тут раньше неправильно, а там вообще не знаю как. Вообще бред. Ух, нифига себе, я там нарезал. Ну все, 180 выбил. Раз, два, три. Три раза по 60. 180, да. Надо еще более оптимально использовать ману. Вот красную магию. Стараться не бить ударами по 45. Потому что удары по 45, они, ну, не оптимально расходуют ману-пул. Стараться... Лучше ударить один раз, там, не знаю. На 60, чем там два раза по 45. Ну, хотя математически это может казаться менее выгодным, но зато с учетом мана-консервы это кажется более выгодным. Потому что так ты нанесешь ему 120 урона, а так ты нанесешь ему 90. Сейчас вот 120, да. Я сейчас стараюсь вообще не дамажить гильотиной. Гильотина хороша только для набивки фокуса. В остальном она, в принципе, краповая. Она слабо дамажит. Но это если речь заходит о комбо. Сейчас, да, обнаглел, конечно. Да, блин, вот опять этот чардж, вот опять этот... Вот опять этот адский чардж. За спину и потом мыса. По 40? А, да не, по 40, ребят. Меньше намного. Что-то мне казалось, что по 120, а как там? Какой там удар 102? А, это, наверное, что-то мне почудилось. Уже. Вам не говорит усталость. Понятно, не заберем. Арбы не заберем уже. Давай мы суки дай, бро. Это не похоже на мои суки. Похоже на что угодно, кроме Мейсы.
Да нет, это что-то бред, короче. Не доконтролил жестко. Да, экономил, экономил, экономил. И в итоге уже бы добил сейчас, но все. Тут он вообще просто взял и отрезал, да, путика. Так, ладно, все, надо собраться. Сейчас убьем. Прям хороший трай был, только что до этого тоже был хороший трай. Прям вот надо убивать и идти отдыхать, все. А где шарики? Знал, что он так сделает. Ведь реально знал, что он так сделает. Зачем полез? Да не, ачивки там две осталось последние. Вот сейчас, как, когда босс умрет, дадут две последние ачивки. Платина уже есть. Как испорченный телефон. Просто люди приходят на стрим, я говорю, одно и то же. Прошу прощения, кто смотрит уже давно, наверное, устал этот бред слушать. Так, поехали. Почему-то в этом моменте, когда вот он близко около края прыгает, там есть такой шанс, что... В общем, то, что он убьет прыжком. Не знаю. Хотя, по идее, и этот самый, как его...
и спринт стоит. Все есть, но... Чего-то не хватает, в общем. Конкретно в том месте. Два раза просто уже так было. Так было уже дважды. А последний орк не забрал. Однако. Обратите внимание, он вообще не кидает мейс. Я не знаю, что, как так. Ну вот сейчас кинул первый раз. Да ёпарасы-то, я сейчас стик сломал. Дурак ты что ли? Блин, как так? Ну вот, вот двойной удар просто. Он два раза ударил. Блин, это лол, короче, вообще реально бред. Как он два раза ударил туда, куда я кувыркнулся. То есть сначала мечом, потом я еще раз кувыркнулся. Добил, короче, мысой. Так, от меча не умер, добью-ка я тебя мысой сейчас. Для верности. Не, босс мне правильно говорил, что в принципе, ну с ним не надо связываться. Он... Молодец. Он даже разговаривать умеет, он умный. Да, твою-то налево он умный. Давай, Стармун. Удачи. Доброй ночи. Да ладно. В забор врезался. Жбанч. Все. С боссами Dark Souls у меня как бы разговор более короткий, чем с этим боссом. Уже на НГ плюс 5 первым уровнем разговариваю. Спокойно. С боссами Dark Souls я разговариваю, сидя в пледе, в кресле качалки, рядом мандарин стоит, растет. Нет, так надо разговаривать с боссами Dark Souls. А вот с этим вот я не знаю, как разговаривать. Феназепам, валерьянка, что там еще есть? Как он меня убил? Лол, что это такое вообще? Там рейндж был, я не знаю, как до Китая. Да до Парижа раком можно было дойти ближе, чем он меня убил этой булавой. Кто такие текстуры придумывает? Что за дебилы? Так, ладно, все, стоп, эмоции, давайте убивать. Меня же что-то бомбит вообще. Не, ну это реально, как он меня убил? Я стоял далеко. Ребут нужен. Ребут нужен кому? Консоли, мне или боссу? Босс-то точно ребут не нужен. Консоль я... Я вчера почистил. Консоль чистая, ребят. Я продул. Пыльная была. Ой-о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 й. Что ж такое-то? Ну, короче, я все понял там. Всем... Как-то вот не по-джентльменски. Вот подпрыгиваешь, вот сделать гильотин-тролл ему в голову. А он тебе потом мечом по голове. Ну как так вот? Кстати, кто хочет узнать, что такое у него вот злиться, это вот он вначале стоит злиться. Он раньше так весь бой злился. Именно поэтому он раньше как бы ванильный. Потому что он стоит рычит. В это время его может дамажить совершенно безнаказанно. Зачем я так делаю? Так, ладно.
Я думаю, надо хильс начинать, например. А то я как Иван Федорович Крузенштерн, твою-то мать. Блин, опять он после этого заюзал. Да что же это за бред? Так. Кстати, нафармили нормально синий фарбов сейчас. Можно было отхилиться. Почему не отхилился, не знаю. Но не было возможности на самом деле. Не было возможности отхилиться просто. В общем, отойду ненадолго. Пойду отхилюсь.
Так, короче, надо мне убивать босса. Идти на диван смотреть Поми. А то я так и не отдохнул. Ладно. Поехали. Что-то я уже даже этот самый не юзаю. Как так? Нет, это второй аддон, это не первый. Первый аддон — это там, где они с девочкой загадки разгадывают. Где в конце он становится вампиром. Это второй аддон. Второй аддон целиком про демона, уже про это. Это, в общем-то, второй аддон — это просто бой с боссом. Который состоит из двух глав. Ну, то есть они уделили так серьезное внимание вот именно этому боссу. По сути, второй аддон — это босс. В аддоне больше там нет ничего. Ну там боссы 16 скелетов. Ну все, что есть в аддоне. Ну там лава еще. Интересный энкаунтер с тем, как он Габриэла ищет. Ну там с ним забавно. Когда он там за колонной ищет. Я вот до последнего, прям вот, до последнего не хотел сливаться. Но каким-то образом слился. Честно, даже не могу сказать, каким. Нет, определенно могу. Когда ХП очень много, им не дрожишь. Думаешь, авось переведу фазу, там нафармлю. И вот это вот авось переведу фазу, там нафармлю, она как бы очень чревата. А хила здесь нигде нет. Тут нет фонтанчиков, тут ничего такого нет. То есть на протяжении всего боя это, конечно, я что-то... Нет, злой, добрый день. Нет, мазы кидать вообще нет. Они бездействуют. Даже демон бесполезен. На босса не действует ничего, даже демон. На всех боссов в игре действует демон. На этого не действует демон. Он сам демон. То есть даже сатану можно продамажить демоном. Этого нельзя. Потому что сатана — это падший ангел. А вот что вот это за тварь, я понятия не имею. Ну, это, в общем, что-то покруче, чем сатана. Написано, что это какой-то очень крутой демон, который может превратить мир в пыль. Пока он превращает меня в пыль. А Габриэл просто не должен дать ему сбежать. Хотя Габриэл сам уже вампир. Убил Лауру и стал вампиром. Ну, как бы она сама ему позволила это сделать, потому что, ну, безысходность, тлен.
эпилог уже все видели, поэтому это не спойлер, друзья. И как ты не попал? Расскажи мне, дружище. Офигеть, потратил всю белую ману. Вот я даун. Блин, фармил, короче. Дофармился в итоге. На джамп потратил. О, господи. Короче, ладно. 240? Как я ему 240 снял? Чё-то я не понял, как так-то? Чё это было? 240. А... за счет чего? Я что-то не понял. Я, короче, обалдел от дамага 240. Как ему 240 снять? Галай. Приз этому господину. Господи, я всегда попадаю ему в голову. О чем речь, друзья? Галай. Я на протяжении 4 часов попадаю ему в голову. Потому что не в голову, он не бьется. То есть, есть люди, которые думают, что он бьется еще в какие-то части тела, кроме головы. Кританул, да, возможно. Ты ему в голову попал. Ну, конечно, я попадал ему, не знаю, в пятку, наверное. Там все удары... Ребят, все удары сейчас проходят только в голову. Она зеленая у него. То есть, удары в остальные части тела не засчитываются. Только в голову. Поэтому я удивился, почему так получилось. Да, я понял. Ну, бывает. Да. Странно, кстати. Ну, ладно. Офтоп-офтопом, но непонятно, что 240 было. Может, там витнес какой-то есть? Или баг какой-то? Ну, не знаю, может, баг есть. 240 это очень много. Даже если я сделаю 3 удара, то будет 180. Ну фиг знает, короче, не знаю, ребята. Что-то какая-то ересь. Спишем все на лаг. Да, это не сатана, а там, где впаяешь ему Ultimate Shadow на 500. 4 раза, и все. Тут радуешься дамагу в 30. Привыкаешь довольствоваться малым. Ой, да ладно. Ну, блин, ну да. Чё-то, короче, начал махать хаотично. Да, босс пока жив ещё. Ну, пока жив, да. Не очень хорошо себя чувствует, но живой. У него повреждена селезенка. Вот, у него что-то с плечом. Также у него болит нога. Но... пока целый, пока один пускай. Интересный вопрос, диссидент, да, кстати. Почему у босса не кончается мана? Возможно, потому что он демон. У меня же на сатане тоже мана не кончалась.
Кстати, вот на сатане еще бесконечный мана. Тоже такой прям сильный, сильное подспорье в бою. То есть там мана не кончается. А мана постоянно регенится. Постоянно регенится мана. Последнего босса этой игры за босса считать нельзя. Вот последний босс. Вот это босс. То, что там голый мужик какой-то, непонятно. Причем такой весьма странный мужик. Очень странный. Видимо, они таким образом решили как бы компенсировать то, что последним боссом действительно легкий. Да там и триал-то легкий на него вообще. Там ничего делать не надо. Да по платину не давали. С одной стороны. Так дали платину. Всегда, когда он начинает кидать мисло, я кувыркаюсь на мисло. Но понятное дело, что он отслеживает мое местоположение и кидает там, где я должен быть. Но все равно каждый раз я вот, наверное, увернулся от этих мислов, если без вхождения в рейндж, там вообще по пальцам можно посчитать, сколько раз. Ну, это, конечно, жесть. Пора запускать фейки. Куда ему запускать фейк? Природный карман ему фейк запускать? Я думаю, фей меня пошлют с такими вообще идеями. Короче, от мислов можно только отойти. То есть вот только вот правильно войти в мили-рейндж. Все больше там, не знаю, но все остальное это дикий рандом. То есть там попытаться убежать от мисла — это прохлада. Блин, какой вот... Смысл лутать магию, если я ее не использую? Точнее, я просто не успеваю это делать. Сейчас вот использую, она, блин, одна. Сейчас он меня рукой, да. Нет. А вот ладушка на хлоп, все. Вот и ответ, почему я босса не бью. Там надо отпрыгивать аккуратно в сторону и либо делать дабл-джамп.
То есть там можно очень сильно пострадать. То есть он тебя убьет. Поэтому я босса бью в любой другой момент, кроме этого. От мечей я лучше отойду. Я знаю, что его можно бить. Я знаю, что в гайде так написано, что надо бить. Но я не могу этого делать с моим количеством хп. Я это делаю, когда я уверен наверняка, что от контроля. Стараться в центре его держать все-таки. Да блин, ну какого ж... Мог ударить в любое место, ударил именно в меня. Я вот чуть-чуть бы еще, я бы нормально вошел раньше, он не попал. Не, недолго пилу проходил, не очень. Минут 25, наверное. Да, все пишут, что пила очень сложный энкаунтер. Но он сложный, реально. Я даже форум почитал. Написано, что, типа... Люди на TrueAchievements.com пишут, пилу проходили некоторые по 42 часа. У меня на пилу ушло там, ну, не так много времени. Там просто есть хитрость одна. Там триал можно сделать в обход основного пути. Короче, можно уйти на триал, сделать триал, потом перепройти пилы с last, last safe spot. И тогда, ну то есть, пальцы не обязательно лутать прям в тот же момент. Причем я это понял прям на стриме. Я думал, что тоже как надо будет полутать, потом вернуться, потом понял, что это не обязательно. То есть один раз гуфаешься, запарываешь триал, берешь пальцы, потом проходишь уже налево. Не вниз, а налево. Ну там снизу очень сложно, там 4 пилы, их надо обойти. Кураж, Крамсай. Ну да, сейчас будет кураж. Да нет, тут... Такого куража нет. На этом босс не прокатит кураж, особенно их сложность. Холд, привет. Проснулся. Да, кстати, а дом прикольный, Холд.
Плюс 8. Блин, на этом боссе учишься радоваться маленьким числам. Так, давайте-ка заново. Да, Спектр, это последний босс игры. Дополнение. Даже не игры, дополнение. Последний босс игры — это другой босс. Но это последний босс конкретно дополнение. Не успевает полутать до сверки. Как я выжил. Я не знаю, как я там выжил, но, короче, как-то выжил. Сейчас опять не буду подходить, потому что там есть какой-то баг. Когда подходишь, он, в общем, это... Ну, вы поняли, почему. Слушай, я похилюсь немножко. Спасибо. Блин, ну как неудачно, а? Там просто дело в том, что прям касаешься его и сразу умираешь. Там даже не важно, даже если прям вот на него кувыркнулся, там не важно, ударил он тебя, нет. Блин, я и похилился вроде даже. Да, вот тебе, в спину, бэкстеп. В бою можно при наличии.